очень хотела немножко отдохнуть, не снимать. Я уже много работаю, короче. Уже практически пол Сан-Марино сняла, а у меня еще одна башня. Вот, поэтому я думала, сейчас отдохну. Но зашла сюда, типа, смотрю, люди заходят, типа, такой музей, да, закоулок. Но тут много наших интересных вещей в виде стен, там, чугунных изделий, короче. Но тут еще есть такие, типа, мол, вот эти вот... головные уборы, так называемые каски, да, или что-то там, да, типа вот этих, мол, времен, да, Первой мировой войны, я не знаю. Я решила все-таки здесь поснимать. Давайте я перевяжу. Вот еще, значит, поработаю. А вот смотрите, опять же, вот эта вот фигня, которая, типа, вот эта вот должна, значит, штык. Посмотрите, какие пупки на ней. Вот зачем бы, да? Вот скажите, зачем бы такие столько пупок, да? Вот. И зачем вообще вот такой вот рисунок для колющего, режущего оружия? Я вообще вот не понимаю, да? Сколько мы уже их не снимали, да, то посмотрите, с дырочками, да, поглядите, да, кстати. Вот. Каска, я сделала фотку, конечно, хотела поставить в канале, там, где, типа, информация, да. Но решила заснять, что потом, может быть, значит, нужно объяснять что-нибудь, блин, там, чужие. Когда вот ставишь фотки, там очень много таких вообще левых людей находит, начинают там ерунду писать, поэтому лучше я... сделаю видео, видите, опять три вот этих вот шапки Альпина, да, мол. И вот здесь вот жалко, что здесь вот классная тоже каска, да, каска, но очень все отсвечивает, очень там интересно, набивка это в нашем стиле тоже. Тут тоже, типа, кольчуга еще зачем-то, да, пол кольчуги, главное. Тут такая, типа, мол, такая пушечка, да. Собачки, тихо. Три беленьких собачки, старюшки, толстенькие. Как они сюда вообще залезли сюда? Вот, посмотрите, покажу. Покажу вам. Мне кажется, это удачу несут, потому что три светлых собачки. Вот посмотрите, как здесь идет здорово, видите, образуется, видите, как все блестит уже. Вот. И тут эта плита, видите, как видно, что все наше, видите, вот этот край ее нижний такой обгрызенный, да? Вот. Посмотрите, вот эти вот бревна. Поперек. Сейчас покажу вам, как там видны чугунные изделия. То есть одно я заметила сейчас. Ой, блин, значит, не зашла в эту. Блин, меня бы сейчас арестовали бы и дали бы мне гражданство Сан-Марино, да? Вот здесь, видите, вот гвозди торчат. Блин. Знаете? Два гвоздя. Но мне показалось, что я видела еще и такое более такое. Большое, но тут нету. Что-то я ошиблась. Тут тоже, видите, что-то чугунное, видите. Закорючка такая. Посмотрите, как это вот бревно соединяется, да? И как вообще оно вот сразу выходит не то что по диагонали, но, посмотрите, оно все вывернуто. Она идет как-то своей вот этой формой пространственной, этой геометрии, поглядите, да? Это просто вот это. Тут еще какие-то квадраты, да, видите, деревянные, просто вылезают из камня. Поглядите, да, это вообще. И там, посмотрите, какие-то два камня еще кроме, там, типа, какой-то механизм, поглядите. Вообще. Знаете, поглядите, какая вещь. Такие гирки такие, да, которые на голову падут, но они покажутся, блин. И вот они вот, видите, пол этот держат, посмотрите, плиты эти. Невероятно. Смотрите, да, вот как это можно так вот выходить из камня, да, идти вот так вот по диагонали, спокойно это все, да, вообще. Вот. Видите, тут все образуется, видите, как видно, что напыление образуется, это мраморное напыление. Бразурки наши. Не забывайте, что мы, в общем-то, достаточно наверху находимся. Тут, опять же, наши двери с пупками, да? Но я не буду это показывать, потому что пупок я просто уже наснимала. Воз и маленькую тележку. Крепление, кстати, как опять напыление. Тут такое мраморное, да?
То есть то, что блестит, это уже идет корка вот эта вот. Вот. Посмотрите наши эти. Видите, евреи тут, кстати. Типа, мол, 2D, это все типа, мол, фрески, да? Видите, какая прелесть, да? Офигеть. Видите, какое хитрое лицо. Невероятно. Что у нее тут, что она тут нам хочет передать, да? Такое мы, кстати, видели и в Тренто, в Костелло. Вот эти вот типа рисунки. Эти круги такие. А на потолке, да? Видите, как видно, что это вот на воде все. Такая графика такая, 2D у нее. Посмотрите, как интересно. Посмотрите издалека. Это все везде, это люди, да? Один тоже мужик, кстати. Типа это, как она там делала. Идеальный портрет человека, да? Который она выведет. Что-то это типа, мол, египетский, да? Этот фараон вообще, да? То есть, ну, понимаете? То есть для человеческого понимания это все очень слишком... Здесь фараоны были, да, вот этот знак, этот фараонский, этот меч. И здесь тоже, мол, да. Везде одно и то же у нее. Это ее эти все. Ее это суперинтеллекта. Мужик, спасите меня, да? Не надо меня выводить. Посмотрите, скамейка поднимающаяся, да? Кстати, какой здесь образуется классный мрамор. Я уже прям чувствую эту пленку. Вот это вот. Видите, там были, смотрите, вот что интересно. Здесь круглые пупки. Вот поглядите, да? Сейчас вам покажу для сравнения просто, блин. Вот здесь видите такие, грубо говоря, круглые пупки, да? Смотрите, а тут они, видите, ромбовидные уже, видите, ромбовидные. То есть видите, даже вот пупки взяла и по-разному сделала. То есть разные формы. Вот видите, вот это вот, смотрите. А, ну естественно, я так и думала, что это, естественно, тюрьма. Как же, я говорю, что это, опять же, любимая тема моя, да? Вот видите, вот это вот, знак-то этот, вот. Видите, там какой лист наш этот. Как будто куницы такие. Потом прочитаю, что это. Давайте фотку сделаю. Сделаю фотку ее и потом прочитаю, что это за информацию просто. Но интересно же все равно, что они пишут.